период летних каникул, когда дети особо подвержены риску дорожно-транспортных происшествий, госавтоинспекция столицы вновь проводит необычную акцию. Сегодня мы проводим профилактическое мероприятие «Защита ГИБДД в защиту детей». Целью данного мероприятия является, конечно же, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие сегодняшнее проходит в следующей форме. Детям предлагается поучаствовать, как, так скажем, в игре, как в игровой форме. То есть мы задаем им вопросы по правилам дорожного движения и разрешаем поучаствовать в роли инспектора ДПС. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, потому что жизнь у нас одна. Передаю привет папе. Папе. А вы знаете что-нибудь по правилам дорожного движения? Знаю. Что знаешь? Правила дорожного нельзя лежать на дороге. А какой цвет можно переходить дорогу? На зеленый. А на какой нельзя? На красный. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Артур. А сколько тебе лет? Два. А в садик ходишь? Да. А дорогу как переходишь? Скажи мне, пожалуйста. Зеленый цвет. До свидания. Спасибо.